Атмосферу выходного дня и витающий дух шопинга для горожан прервала выездная бригада городского центра здоровья. Здесь самые меткие получали призы, а прекрасная половина человечества узнавала секреты мейкапа для глаз. Проверить свое зрение мог каждый. Бережете зрение или нет? Или вы считаете, что... у меня плохое. А? Плохое зрение. Плохое зрение? И не желаете проверить? Я не хочу. Не люблю окулистов. А надо бы, когда вокруг столько техники, компьютеров и планшетов. Оптометристы рекомендуют выполнять гимнастику для глаз и соблюдать режим зрительных нагрузок. Каждые 4 часа нужно делать перерывы между работой на компьютере, потому что в процессе, допустим, обычного работы на компьютере у нас процесс моргания сокращается практически в 2 раза. То есть в норме моргаем 40 раз, а за компьютером всего 18 раз. Это не каждый замечает. И, соответственно, тем самым как бы вызывает синдром сухого глаза. Десант здоровья уже второй год выезжает на проверку зрения. В этот раз пациентов 70. Лишь у каждого 10-го 100% зрение. Данные повторяются. Сохраняется и интерес со стороны более старшего поколения. Я услышала, что надо каждый год проверять зрение, глаз и давление, что, в принципе, я этого не знала. Сегодня вы как здесь оказались? Прочитала в интернете, поэтому я сразу сюда пришла. А почему бы не пойти в поликлинику? Ну, там надо платить, а тут бесплатная акция. Мы все люди любим бесплатно, если честно. Пройти обследование бесплатно всегда можно и в городском центре здоровья по адресу Жердева 100, предварительно записавшись по телефону 45 28 51. Елена Краснопеева, Виктор Еланцев, новости дня.